Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на Лакэп Гейм. Продолжаем прохождение Лего Пирата Карибского моря. На секунду я хотел вот сказать Бэтмен. Не знаю, почему мне пришло это в голову. Лего Пирата Карибского моря. Усаживайтесь поудобней. Ну, а мы стартуем! Что-что? Я сказала, стартуем! Сегодня будет 4 глава под названием «Совет Братства». Ребят, давайте «Совет Панибратства». Поехали! Совет пиратов тогда, я вроде помню, там пираты. Азиатские, техасские, американские, русские, татарские, украинские пираты сейчас прибудут. Один корабль, два капитана, эх, сложно. Это англичане, походу, английские пираты. Это арабские пираты. Это... Я не знаю, какие пираты. Это американские пираты. А это индийские пираты. I don't know. Короче, все пираты прибыли. Походу. Только нас дожидаются, да? Так. А, вот, все, всех шестерых пиратов нужно надо умастить, короче, капитанов, я понял. Блин, я первого капитана умастил, короче, даже не понял, в чем суть, перестали. Вот это профессионализм, вот это анализм. Фотография 9 на 12, наивную подписью на память. Фотография, где можно улыбаться, хотя улыбкой вряд ли что исправишь. Какая замечательная, ребят, песенка от меня. В другую сторону вообще. Блин, он далеко, наверное. Он там не вообще внизу, да, находится, наверное. Да. Давайте что-то поближе поищем. Ага. Поближе есть что-то. Так как взять ее теперь? И куда? Так, еще одного мы спасаем. Бонжур, или кто это? Кто это такие? Кто? Какой национальности человек? Цыгане? Армяне? Ну хорошо. Двоих уже командиров, в принципе, мы того. Так, подождите-ка. Ля ты деловой. И? Давай, катись, катись, ну уже. Ля, ты вот, вот эта головоломка интересна, я только не в ту сторону. Что делаешь? Ля, ты молодец какой, даже не понял, что достал, но главное достал. О,
катушка реле, вот это она тяжелая. Монетку не могу, да, туда брать. А, это французский. Это французиш. Вина ему, смотрите, подавайте. Бонжур. Ютипичные французы с усиками постоянно их изображают. Ой, нет, не то. Это далеко как-то. Не то. Что-то другое должно быть. Ага. Толку вообще нет от этого, потому что силёнок у меня таких-то не хватит. Угу, я понял вас. Ляты, спасите, помогите! Вот как я теперь буду добираться? Ты куда спрыгнул? Я наоборот тебе на тебя переключился, чтобы ты... Ты что? Так, где арабские шейхи? Так, две штуки готовы тут. Что это такое? Вези меня, вези меня! О! Здравствуйте, вы что хотите? Ну я тут понял, в принципе, по цветам. Так, где фиолетовый? Надо зеленый нашел. Нет, зеленый был. Зеленый есть. Блин. Нет, постой, а как? Как это работает? Оранжевого тут нету. И оранжевого и красного нету. Что делать? Повторять будем, да, за ним? Оранжевый, синий. Зеленый, красный. Молодцы, молодцы. А теперь следующий. Ага, так. Оранжевый это, зеленый этот. И... Все понял. Так. Браво, браво! Сейчас-то вот фиг я сейчас запомню, смотрите. Это запомнил, это запомнил, это запомнил. А, ну и все, в принципе. Браво! Эх, какие танцы, когда я был молодой, я так же долбился. Пустите меня на мою вечеринку. Так. Так, постой. Паровоз, не стучите колеса, кондуктор наш мина тормоза. Опа, и тут два персонажа, вот, все, последние два перса тут, которые нужно, да? Нет, блин, сколько плыть? Что-то не цеплянулся. Ну
Надо поосторожнее быть. Хватит прыгать. Прошел я. Так. Так, я понял. Сначала нужно что-то сделать. Ты шо? Блин, рыба. А, рыба для японки. Вот точно. Блин, сейчас возвращаться придется. Так, а факел где? Что найти надо? Что тут можно найти? А факел? Ну. А факел такой молодой. Блин, нет, все, еще раз давай. Я забываю постоянно на что стрелять, на ешку стрелять же. О, тюбетейку его. Ассаляму алейкум, откройте, пожалуйста. Так, а где ты, белоснежная наша принцесса? Мария Магдалена, ай-яй-яй. Нет! Подождите. Или сюда? Нет, сюда, в эту сторону нужно видеть. А где она? Яй-яй. Подожди, а где? А где я? А где? Я не пойму никак, где она. Я пропустил ее? Да нет. Все правильно. Показано, что туда, в эту сторону. Хотя внизу кто-то стоит, смотрите. Да выкинь ты уже факел. Ну тут я не пойму, что надо делать. Ну потише. Нет, а что-то... Нет, что-то тут. Что ты там угораешь? Так, куда вас? Что, блин, сколько частей? Тихо. Так. И все равно что-то у меня вообще типа не хватает шарики за ролики, догадаться, что сделать надо. Нет, нет!
Нет, подожди! Подожди! Дожди! Дожди! И уносят меня пироги! Да нет, это вообще не то. Что ж, фигня какая-то. Вниз. Где она? Где она сидит? Где азиатка сидит? Я никак не пойму. Что за дичь? И где ты? Друг мой. Друг мой! Где же ты? Где? Где ж ты, милая моя? Где же ты? Где? Ну, азиатки нет, я не знаю где. Вот реально, хоть убейте, я... Где она сидит? Я I don't know. Хоть подсказки ведут меня сюда, но вообще непонятно, куда сюда. Наверху. Где она наверху сидит? Хотя подождите, хотя последний персонаж сам, вот, вот он. Только неизвестно, что он, типа, нет, друг мой, нихера себе, телепортейшн. А ты что тут остался? Вот ты... Тупица, ничего не сказать. Куда я упал? Я в самый низ упал. Да. Да. Визит. Азиатская дочь. Может, это она и есть все-таки? Ну, по идее, должна, да. По идее, должна она быть. Нет, так я пойду. Юш. Нет, это не то. Что не ищется?
А, ну вот, подождите, что-то нашел я. Что-то я нашел. Так у нее лицо-то не белое, ну а на аватарке лицо белое. А что за обман? На аватарке лицо белое. Ну, спиной она ко мне стояла. Так не, подожди, она мне лицом стояла, у нее не белая была, а когда зашла в лифт, у нее... Ладно. Ладно, забейте. Так, выходи. Не богуйся, женщина, женщина, не богуйся, женщина, ты только не богуйся. Давайте сунем наши клинки и но по сарам. Да, я, кстати, эту, походу, миссию мог за 15 минут пройти. Если только, конечно, не вот эти поиски все. Это, знаете, крестные отцы собрались. Что, да ты спятил? И что? Давай, давай! А это хотят сдаваться. Что? Бля, ты махач начался. Что-то говорит, кодекс закона, статья РФ позволяет. Так, нужна собачка, я понял. Так, а где здесь кости? Давайте найдем кость для собаки. Кости нет. Кость, ты где прячешься? Я знаю, что ты где-то тут, Кость. Так, слушай, а у тебя кости нет? Случайно не покажешь ты, где нам кость тут? Нет, не покажешь. Что за музыка печальная какая-то вообще? Вот кость у скелета, давай, давай. Да я... Что ж ты делаешь, Люк? Что у тебя там? Во, кость! Дай. Ты же с Бакарон и Маш играет тут, а не музыка. Бобик! Ты, как и я, был на цепи. Бобик! Еще? Что Бобик должен сделать? Сложно, сложно, очень сложно. Кстати, ой, я сейчас истинного этого захвачу. Отлично, я-то, кстати, не собирал монетки даже, представляете, и на настоящий истинный пират. Только понять бы теперь, как нам закончить уровень. Я был бы согласился бы истинным пиратом быть. Я не пойму, что сделать нужно. Что-то с псом нужно сделать, взаимодействовать, я понял. Что? Вот метка, куда?
Ну-ка, если я так выйду. А, мне не показывает, да. Ну это сюда, блин. Что за дичь? Что сделать-то? Что за... Это же детская игра. Тут что-то... Что-то забыть должен, что? Да, вот уровень прям мне что-то прям не понравилось. Вот так реально что-то искать? Ну чё, куда, куда, куда тут? Объясните мне. Что я здесь должен делать? Я выйти, да, никуда не могу. Ну, не знаю, называйте меня тупым, не тупым, но реально. Что это такое? И куда? Чё? Чё я должен делать? Ничего, он ничего тут не взаимодействует. Я жму, жму. Вообще другой чувак, то должен ты нет. Именно пес, смотрите. Блин, мне что, перепроходить эту игру, главу придется? Нет, походу не придется. А ну-ка, стойте-ка, стойте-ка. Чемодан нам надо попросили. Ты что, не могли написать? Принесите чемодан. Эх, Лего, Лего. Заблуждение вы нас водите. Трака! Там пинается дрить. Вот и помер дед Максим. Ну вот именно Джек Воробей, да, выпала такая удача. Вот чихнул еще так. Что, она возглавляет этот? Нашествие? Ой, я вам прикарманил личные вещи пиратов. Что происходит? Ребята, я вернулся! Ух! Да, скажу я вам самый сложный для меня уровень, пока в игре был. Ребят, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. С вами был Лайков и бедный мой пукан. Давайте, не болейте, не чихайте. Всем пока.